Блин, никогда такого не было, и вот опять. Всем привет. Это очередной разбор. Самой неудачной модели для ключа. То у нее постоянно выпадают батарейка, то у нее вот как сейчас либо сломалась, либо проскочила пружина. Проскочила все-таки пружина. Будем восстанавливать. Но это чтоб не выпадало. Как элемент этот отпечатались. Вот хочешь сэкономить, лучше взять и сделать ключ с нуля, чем восстанавливать непонятно что, непонятно где. Так, ладно. Вставляем ключ, открываем ключ. Ну, и делаем виток. Это пока убираем. Будем проверять. Не выстреливает. Что же это такое? В другую сторону разве надо? Ну, все возможно. Да нет. У меня такое впечатление, что оно тут не хватает. Есть за что хватать. Итак, понеслась душа по почкам. Вставляем это сюда. Так, вот это сюда. Оп. Ну, тут, как обычно, пытается убежать. Так. Выскакивает уже хорошо. Значит, с этим мы угадали. Теперь что касается, так, уплотнение надо сделать немного меньше, а то ему трудно. Ну и поскольку у нас сделать его можно только ножом, мы это и будем делать. Так, смотрим, чтобы не мешало контактам. Вот. Ну и в принципе, можно начинать наматывать, накручивать.
выброс происходит. Теперь закручиваем тут. Ну и, соответственно, закручиваем тут. Заказываем на Алике новый и радуемся. Потому что пока работает. В общем, как-то так. Короче, геморройный ключ, первый вариант был лучше. Однозначно был лучше. А этот бы я поменял. Не советую.